23 апреля очистить Орловские улицы и сквер от мусора возьмутся тысячи жителей. О готовности к проведению экологического субботника говорили на совещании главы города. Генеральную уборку планируется провести на улицах, внутридворовых территориях, парках, скверах, прибрежных зонах. За работу возьмутся более 30 тысяч жителей. Техника, заявили в администрации города, также полностью готова к работе. 54 единицы автотранспорта, это КАМАЗы, самосвалы, и, значит, 19 единиц погрузчиков. Кто координировать будет работу техники? Составляется общий план, где будут конкретные фамилии с телефонами, значит, по районам, значит, и у нас будет находиться человек, который будет находиться на полигоне, считать машины, которые привезены, и непосредственно здесь управление будет контролировать работу, которая будет проводиться по всем закрепленным территориям. Власти Орла призывают жителей принять активное участие во всеобщем субботнике и привести город в порядок.